И еще одна важная новость с Полесьеучинского форума. На рабочей встрече с генеральным директором корпорации 2050 «Интегратор» глава Чувашии обсудил переход на цифровые технологии предприятий концерна «Тракторные заводы». Вот какие подробности сообщили в нашей съемочной группе. Теперь, как сделка завершена и заводы входят в нашу дружную семью Транспортхолдинга, мы, соответственно, также сможем приступить к внедрению технологий цифровых, индустрии 4.0, направленных на повышение производительности и эффективности, и, соответственно, направленных на то, чтобы продукция стала более конкурентной, чтобы рабочие смогли больше выработку показывать и, соответственно, больше зарабатывать, чтобы предприятие смогло демонстрировать лучшие финансовые результаты. Я точно знаю, что у вас хорошая ситуация с кадрами. Точно знаю, что руководство уделяет большое внимание подготовке и воспитанию молодежи именно в профессиональном смысле, да, что для нас важно. Поэтому мы рассчитываем найти хорошее восприятие новых технологических идей, цифровых технологий в том числе, и, собственно говоря, тоже нашу копилку знаниями и компетенциями при помощи вашей образовательной системы и вашей грамотной молодежи пополнить. Вот мы на это очень рассчитываем.